Ну а сейчас от финской армии переходим к армии французской. Именно с этой мощной движущей силой Французской Республики неразрывно связаны двое блестящих биатлонистов – Симон и Мартен Фуркаде. Ребята, здравствуйте. Радостно вас видеть. И первый вопрос. Вы же служите во французской армии. Наверняка ездите на военные сборы. Yes. Да, служим, ездим. Мы солдаты французской армии, и мы профессионалы. Это, кстати, у нас в стране важный момент. Ты просто не найдешь деньги спонсоров, особенно когда ты молод и тебя никто не знает. Вот почему армия для нас играет важную роль. Ну и, разумеется, время от времени нам нужно бывать на сборах. Я сержант. Да, такое звание у меня. Сержант? И какие там упражнения делаете? Наверняка вы можете что-нибудь показать, если, конечно, это не военная тайна. Да вроде бы нет у нас каких-то особых упражнений. Ребят, ну давайте попробуем. Вы мои боссы, а я рядовой. Вместе что-нибудь сделаем. Окей, ну поехали. Начинаем с самых азов. Отжимания. Вперед. 20 раз. 20? Что-то многовато. Давайте вместе. Все, хватит, устал. Ну-ка, еще разок. Давай, давай. Давай, давай. Еще надо бы. Еще? Ну ладно. Тогда будете ползать, как делают в армии. Вот так. Это как in Russian, ползать по-пластунски. Пол уверен чистый. Ну, вытрите в крайнем случае. Мартен, ваша очередь. Здорово! Симон, ваша девушка из России, а значит, вы должны знать какие-то важные русские слова. Нет. Нет? Нет? Я, конечно, пытаюсь что-то выучить, но толку пока маловато. I miss you. Я скучаю по тебе. Я скучаю по тебе. О, уже говорил. Знаете, это точно совершенно. Хорошо. Я люблю тебя. Я люблю тебя. Я так хочу тебя увидеть. Так хочу тебя увидеть. Тебе я. Я хочу тебя увидеть. Увидеть? Увидеть. Вы же еще что-то знаете. I can say спасибо. Ага. Нет, хорошо. Hi girls, девчонки, привет. Привет. Девчонки. Девчонки. Привет. Привет. Girls, hi girls. Yeah. I'm Martin Fourcade. Кстати, ребята, а как вы думаете, из вас двоих, кто больше нравится женщинам? Женщинам? Him. Он? О чем речь-то? А вообще нам до этого нет дела. У меня есть девушка, у Мартена тоже. Какая разница, кто там более привлекателен? Ребят, правда, что во Франции о биатлоне знают всего пару деревень, и о вас на родине слышали немногие. Да, биатлон у нас, конечно, не так популярен, как в России. Без сомнения, нам не в силах соперничать с футболом, регби, теннисом. Биатлон знают меньше, но наш вид спорта во Франции становится все популярнее, особенно с учетом отличных результатов Мартена. Чтобы стать настоящей звездой, нужно выиграть золото Олимпийских игр. Вот сейчас парни находятся на тренажерах, и, конечно, было бы неправильно не попросить их что-нибудь выполнить. Это что-то новенькое для вас? Конечно, первый раз это делаем. На велосипеде мы ездим много, а вот это... Да, не часто. Я на улице предпочитаю тренироваться. Но это как классический ход в лыжах. Да-да, классика. Меня учили в свое время. Как Максим Валикжанин. Максим Валикжанин, отлично! Спасибо. Спасибо.